Понедельник. В Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки. Плюс 28 днем, ночью 18 выше нуля. Ветер юго-восточный 3,9 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, небольшой дождь. В дневное время плюс 30, ночью плюс 19. Ветер южный 4,8 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность. Днем плюс 29, ночью плюс 20 градусов. Южный ветер 3,8 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 29, ночью 19 с плюсом. Ветер восточный 4,8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров тутного столба. Влажность воздуха 64%. Температура воды в реке Волга плюс 17 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.